Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мы ведем только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту CoinEx. Это букс, друзья, у нас, где мы абсолютно без вложений собираем монету. Вот эту CoinEx. А затем обмениваем на бирже на криптовалюту. Здесь биткоин, интериум, XRP, USTD и вот валет этот, как бы MyWather Wallet. Значит, у меня на балансе 254 825 биткоин-сатошиков. Я обменяла все монетки свои. Вот, и у меня есть достаточная сумма, чтобы поставить на вывод. Но прежде чем я поставлю на вывод, хочу вам показать одну такую вот вещь. Значит, мы здесь на просмотре серфинга зарабатываем. Вот VIF ADS. Значит, обратите внимание, у меня на сегодня просмотрен VIF ADS 5 из 5 рекламок. ПОВ вот это, видите, у меня по нулям. Я ее еще не смотрела. Что я вам хочу показать? Нажимаю вот транзакцион, сколько нам начисляют. Значит, за VIF ADS нам начисляют, смотрите, 0.01, ну, 0.115. Вот такое вот количество монет. Согласитесь, совсем мизер. Но за ПОВ, вот эту одну рекламку мы смотрим, нам начисляют 0.5 монет. Пол монетки. Два дня, одна монета. Смотрите, значит, давайте теперь перейдем в дашборд. У меня 0.82 монетки. Нажимаю. Сейчас рекламку закрою. VIF ADS. Вот эту рекламку я всю просмотрела. Это 5 рекламок. И самое важное, обращаю внимание, вот эту вот. Вот здесь мы, друзья, кликаем и просматриваем всего лишь одну рекламу. Больше нам, во-первых, и не дают. Вот. И нам начисляют пол монетки. Я тоже как бы сначала много пропустила. Вот. Как бы не все поняла, скажем так. Сейчас рекламка загрузится. Вот ждем всего 15 секунд. Сейчас подождем. Капчи здесь никакой у нас нет. Нажимаем вот сюда. И все, у нас одна из одной просмотрена. Возвращаемся. Это можно закрыть. Нажимаю дашборд. И уже у меня 1.32 монетки. Далее что я делаю? Я иду на биржу. Сейчас биржа загрузится. Выбираю CoinEx BTC. Почем у нас монетка? Монетка у нас немножечко подешевела. Было 12 тысяч. Я переводила. Вчера было 9100. Сегодня ровно 9 тысяч, похоже. Так, ну здесь можно самим. Это биржа. Я без вот этих монет просто одну монетку поставлю. 1.00. Далее ставлю. Комиссию они берут 0.03%. Но я когда вот занимаюсь такими вещами, я уже на эту комиссию не обращаю внимания. Не лишь бы монеты были как бы в кошельке, все на месте. Ставлю 0.1, 2, 3, 4, 9. Я пока не занижаю. Вот у меня должно прийти мне на баланс поступить 8997 монет. Так, нажимаю sell. У меня как бы встала она в ордер. У меня, когда у меня купят эту монетку, все эти монетки уже мои поступят мне на баланс. Ну, я ждать не буду, так как у меня есть минималка. Вот 2054 монеток.
И я эти денежки сейчас сатоши свои поставлю на вывод. Буду все делать в режиме реального времени. Сейчас я закрою свою рекламку. Значит, нажимаю валет. Минимум на вывод, вот сюда на минус. Вот видите, БТЦ. Плюс это депозит. Я буду выводить на Coinbase. Минимум на вывод, друзья, 0.202. 200 тысяч. Обратите внимание, они комиссию берут 50 тысяч. Поэтому я как бы, ну, чтобы побольше вывести, хочется ведь правильно. Если бы я поставила на вывод 200 тысяч, мне бы пришло на баланс 150. Правильно? Вот. И поэтому я как бы... Так, вот только не помню. Так, биткоин. Здесь у меня что надо? Здесь сумма, наверное. Так, давайте я переведу на русский. Сейчас перевести. Количество, да. Ставлю опять на оригинал. И я ставлю количество. Вот так поставлю. Вот я сумму копирую. Так. Сюда я вставляю, вот не знаю, надо вставить на вывод с учетом комиссии или как. Так, мне надо биткоин адрес. Копирую биткоин адрес. У меня с Coinbase. Сюда нужно вставить Google аутентификатор от CoinEx. Так, 560. Ой. 560 489. Так, аутентификатор. Сюда адрес. Так. И нажимаю send. Все, WinDraw как бы у меня... А, на email надо идти. Видите, написали. Сейчас пройдем на email. Это значит, нужно все подтвердить. Сейчас зайду на почту и подтвержу. Вот такое вот мне пришло письмо. Давайте нажмем перевести. И что? Мы получили отозвать запрос. И нужно подтвердить или отклонить. Я поставлю опять на оригинал на всякий случай. И я подтверждаю. Нажимаю. Опять меня все. WinDraw пошел к админу на модерацию. Когда денежка придет... Вот у меня списались как бы все монетки мои. Вот по нулям. И когда вывод придет, я просто запишу коротенькое видео о том, что деньги пришли у меня в кошельке на Coinbase. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся, друзья. Неинтересно, проходим мимо. До новых встреч.